Папа, чего Ника плачет? Чего-чего? Кушать, наверное, хочет. Сейчас, покормим. А чем ты ее кормить будешь? Покажи. Ну, как чем? Чем? Кабачком. Это, папа, разве вкусно? Еще как вкусно! Подожди, София, телефон мне звонит. Алло? Срочно? Все, хорошо, еду. Мне надо срочно уезжать. А ты будешь Нику кормить? Держи раз, держи два. Все, я через час буду. Покормишь? Насколько я помню, кабачок вообще не вкусный. Ладно, давай попробуем. Бле. Ну давай ты попробуешь. А. Да, невкусный, скажи. Да, Ника, не повезло тебе такую невкусную еду кушать. Ты тоже не хочешь ее есть, все выплевываешь. О, у меня идея, Саша! София, да. Что надо? Мне нужно сходить в магазин, а ты последи за Никой. Ну окей. Где же тут все вкусняшки продаются? Да, магазин большущий. Так, в суп надо наливать воды, а с водой невкусно. Возьму газировку. Сладкий суп, значит сладкая вода. Так, и фанту с новым вкусом. Так, чтобы сварить суп, нужны ингредиенты. Конечно же, конфеты. Так, о, лашмеллоу, какие бы выбрать? Тут есть белые, разноцветные и бело-розовые. Возьму обычные. Так, еще нужны еще ингредиенты. О, Skittles. Возьму его, только бы какого цвета? Розовый, зеленый или красный? О, упали зеленые, значит, ты их возьму. Пойду дальше. Или чудовичков взять, или кока-колу. Ладно, возьму мишек. Я придумал, что я еще возьму. Я возьму маленькие тик-таки. Только какого вкуса? Тут есть белые, оранжевые, такие красные, фиолетовые, такие оранжевые, такие розовые. Да, выбор сложный, но суп должен быть вкусный. Поэтому возьму фиолетовые. Пойду дальше. И, конечно же, надо купить чупа-чупс. Какие бы взять? Такие шипучки, такие с жвачками или такие? Возьму вот такие. Шипучкой. Пойду дальше. Ребята, знаете, что я еще хочу взять? Ментосы. Они, наверное, очень вкусные. Тут два вкуса. Виноград и арбуз. Какие взять? Пишите в комментариях. Я почитаю и возьму такие, какие вы написали. Теперь идем на кассу. О, денежки. Так, одну ложим и пятерку. Так, считает. Ага. Оп. Сейчас мы приготовим Нике вкусную еду. Вот это суп я ей сварю. Так. Ингредиент рашмеллоу, вода, чупа-чупс ментос и тик-так. Пока Саша смотрит за Никой, я быстренько все приготовлю. Открываем спрайт. Так, готово, но маловато спрайта.
Ладно, значит, добавим фанты. Новый вкус. А теперь фанты. Вот это то, что надо. Включаем плиту. Никто такого вкусного супа не делал, как я буду кушать. Оп. Один, два, три. И сразу две. Так, пожалуй, хватит. Теперь добавим мишек. Штучек 10. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Помешаем ложечкой. Ух ты, как вкусно пахнет. Ну, недостаточно еще вкусно пахнет. Надо добавить еще скитлсов. Пол пачки добавлю, чтобы вкуснее было. Все, хватит. Какой цветной. Не, еще не очень вкусно. Добавим тик-так. Малина, голубика. Открываем. И сюда бульк-бульк-бульк-бульк. И, ну, еще немножко. Все. Ух ты, мои рашмеллоу начинают таять. А мишки уже растаяли, их почти не видно. Остался ментос и чупа-чупс. Начну с ментоса. Открываем наш ментос. Так. Плюх. А теперь чупа-чупс. Опа. И теперь чупа-чупс. Ой, он же с палочкой. Не, ладно, его съем. И так вкусный суп получится. Сейчас они растают, значит, суп сварился. А как вкусно пахнет. Все, готово. Как вкусно пахнет. София, как вкусно пахнет. А что это такое? Это я суп из конфет сварила. Из конфет? А что, так можно? А, можно. Наверное, вкусно выросло. Сейчас буду наливать. Тебе немножко. Оп. Ну и... Мне немножко. Ну, сами поедим и потом Нику накормим. Ну что, попробуем твой суп? Давай. Что там? Он такой невкусный. Что ты туда положила, София? Ну, Саш, там все самое вкусное, газировка и конфеты. Тогда почему он такой невкусный? Не знаю. Нет, я такой есть не буду, а Нику таким кормить точно нельзя. Да уж, вот это да. Ребята, как такое может быть? Все самое вкусное стало не самым вкусным. Не зря же София мама с конфет суп не варит. И теперь я буду знать. Я думала, то, что она будет вкусным, просто у Ники не такая вкусная еда. Представляю, Саша, она кабачок ест. София, так это специальная еда для малышей. Эх, а вы были на канале Сафуня Шауня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.